мысль переходит из ума, пометьте это, сейчас объясню, из ума в разум. Что такое ум? У ума функция. Вижу объект чувств, надо взять. Это ум. И тут же, как только я беру бутылку, сенсоры на руке передают, что она прохладная. И мозг говорит, это хорошо или плохо? Ум. Я говорю, хорошо, холодненькое, класс. Вот это деятельность ума. Соедини чувства с объектами чувств. Теперь, когда я ругаюсь с человеком, я смотрю на него и думаю, ну какой же гад. Правильно? Кто это? Кто эту функцию выполняет? Ум. Он соединяет чувства с объектом чувств. Это человек гад, и я хочу его чем-нибудь долбануть. Это функция ума. А теперь, когда я вижу и думаю, а зачем этот человек такой гад? Зачем это сделал Бог? Мыслительная функция из ума переходит в разум. Оказывается, в нас есть два думающих инструмента. Ум, у которого одна лишь функция – соединить чувства с объектами чувств. Ум не ваш друг. Когда кто-то в нас говорит «закури сигарету», что говорит второй разум? Будет болеть башка. А ум говорит «зато кайф». И вот кто сильнее, то действие мы и делаем. То есть разум, в отличие от ума, может проанализировать ситуацию. Это его функция – сделать анализ, а потом сделать выбор. Может, на высочайшем уровне духовного развития, да. Когда он подчинен разуму и через разум получает положительную эмоцию. То есть сейчас, чтобы вам сделать первый шаг к Богу, вам придется применить разум, и ваш ум будет мешать. Вы делаете этот шаг, получаете позитивный результат в чувствах, и теперь ум говорит, мне понравилось. Понятно, да? И значит, вот в этот момент, когда я вижу человека, который раздражает мои чувства, я действую на уровне ума, правильно? И на уровне ума у меня есть реакция отторжение или принятие. Теперь, а зачем мне дал Бог эту идею, этого человека, эту ситуацию? Это же анализ. Значит, я уже ум как бы отключил и включаю разум. Как только я включаю разум, функция ума останавливается. Мне не надо ударять, мне не надо соединяться. Я уже не мыслю категории «хороший человек» или «плохой». Я думаю, зачем он мне? Один человек, от него уходит жена, он иногда женщины не понимают, что когда они уходят по собственной воле от мужей, муж теряет не только жену, он теряет ребенка, которого он любит. Понимаете? То есть женщина же забирает ребенка. И это определенное насилие. Я не будем сейчас обсуждать варианты, вариантов много. Но в данном случае человек очень страдал от того, что его лишили общения с ребенком, что он теперь меньше получит доступа. Да, не какой-то другой мужчина, там трагедия целая. И он стоит на мосту, он перешел уже, перепрыгнул и встал на край, чтобы прыгнуть. И в это время мне приходит информация ему позвонить. То есть он находится на уровне ума, правильно? Он находится на уровне ума, объекты чувств, все плохо, он хочет прыгнуть. Соответственно, я ему звоню, каким-то образом снял трубку. Я говорю, похоже, у тебя все плохо. Там рыдание, все плохо. И тут я говорю, а ты подумал, зачем тебе это дано? И он говорит, это тут же меня отрезвило. То есть ум перестал функционировать. Только я ему сказал, зачем тебе это дано? Подумай. Как переключилась функция ума на функцию разума. А в разуме нет. В разуме он подумал, так, а зачем? Он начал говорить, а раз он говорит, он уже все. Он уже не под влиянием ума, он уже не прыгнул. Мы его спасли. Я говорю, это же позитив, смотри, это же для того, чтобы ты вот это понял, то-то понял. Ты же вот так говорил, видишь, это же так и случилось. Ну, и что? А я не знал, что он там стоит на краю. Ну, тут люди подбежали туда-сюда. Все. Поэтому, видите, как только мы задаем своему мозгу вот эту идею, зачем Бог мне сделал, мы с ним соединяемся. Мы вступаем в процесс йоги, медитации. Вот вам. Совершенно мы все необразованные, не находимся в какой-то крутой культуре медитации. Но мы привносим всего лишь одной фразой. Для чего мне это дал Бог? И мы становимся совершенными людьми.
мы используем ту функцию, которую животные использовать не могут. Они не могут, смотря на колбасу, подумать, зачем она мне дана. Понимаете? Они думают так, чтобы никто быстро ее что не отобрал. И все, понимаете? Мы используем именно то, чем мы отличаемся. Мы начинаем Мерседес использовать по назначению. Но когда мы действуем на уровне ума, мы действуем как животные. Это первая идея. Итак, привнести Бога в любую жизнь можно просто мысли, а зачем Бог это санкционировал? Это самая совершенная молитва.